Около 3 лет в Ленинском городском округе существует отделение торгово-промышленной палаты Московской области. За эти годы число членов общественной организации возросло до 40 участников. Они регулярно организуют и проводят различные мероприятия, участвуют в социальных проектах, всячески помогают бизнес-сообществу муниципалитета. Активность растет, а вместе с ней растет и потребность во взаимодействии со структурами местной власти. От этого, в частности, и возникла идея подписать 3-стороннее соглашение между торгово-промышленной палатой, Координационным советом профсоюзов и администрацией округа. Подобное соглашение – это гарант, как уже говорили об этом, гарант того, что на территории нашего городского округа предприятия, которые находятся и работают, они будут соблюдать те правила, которые на сегодняшний момент были подписаны в этом соглашении. Теперь Совет профсоюзов в рамках закона будет защищать права сотрудников крупного, среднего и малого бизнеса в городском округе, а представителям торгово-промышленной палаты предстоит взять ответственность за предпринимателей, которые отныне должны стремиться к стандартам в создании условий для работников. Уровень зарплаты, социальная поддержка, обеспечение рабочими местами. Соглашение, это социальное партнерство, вообще это залог всего, потому что всегда можно договориться, чтобы это было, потому что это на благо наших жителей, наших работников. Координационный совет профсоюзных организаций, торгово-промышленная палата, совместно. Соглашение подписывается на 3 года. В течение этого времени каждый год подводятся итоги совместной работы. Данный документ регламентирует социально-экономические отношения всех сторон. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.